за месяц снимал, все вот. В июле снимал, говорил, чем закончится эту дамбу, все. А сейчас еще пятый идет тайфун. Через два дня будет во Владике еще один с Филиппин. На горе глянул сегодня, жесть просто, 5,70 уровень. Это еще с гор не стекло. За 1,5 метра за два дня подъем воды. А мне это, я смотрел, там 8 метров, 8,02 уже. 8,15. Это они неправильно, они подрисовывают. Причал затоплен, сейчас товарищ звонил, затоплен причал уже. То есть уже вот она, на асфальт вышла вода. Они под 5 сантиметров, и у них психологически этот 8 метров, они подрисовывали, хотя реально она по 15-20 в день растет. Они 5, там 9 сантиметров ставили, чтобы 8 не прошла. Даже когда она 8 прошла, сейчас она реально 8,40 где-то она сейчас, 8,50. Осталось сантиметров 60, то есть все вот по уровню. Я вчера вот по колено сапоги, аллею не смог вообще перейти, где дальний. То есть до середины дошел, все, дальше туда в уклон. Нет. Ну, короче, надо завтра их дергать прям с утра. Записывай телефон. Тебе забегут сейчас. Да, или спустись. Ой, ладно, поплыл я за хлебом. Вот наши дружные соседи, организованные люди, прокатившие коммунистов, едерастов.